том, что я долго работаю президентом, много недостатков, наверное, но есть и плюсы. Я помню все эти обещания. Как Баско говорит, мы второй год подряд в плей-офф вышли. На что я ему говорю, в следующем году вы опять выйдете в плей-офф. И скажете, мы третий год подряд в плей-офф вышли. Так мы миллионы туда вложили. Где движение? Где динамика положительная? Где прогресс? Вот что мне надо. Я как экономист понимаю так, сегодня так было, завтра движемся вперед. На прошлых Олимпийских играх у нас сколько медалей было? Три. На зимних прошлых Олимпийских играх три было. В биатлоне две и одна во фристайле. При Домрачевой, когда она выиграла. А это в Сочи. Это сколько было? Было? Там было шесть. Шесть. Да. Шесть, три, два. Две. Да. Завтра будет ноль. Вот ваша тенденция. А вы мне тут рассказываете, что-то вы проанализировали, что-то сделали. И мы вот тут вот сейчас умный вид во Дворце независимости сделаем. 4 года пройдет, все так и останется. В теннисе вы готовите за деньги, мячики подкидываете, там вы не ищете таланты. Футбол, ну слушайте, я не знаю, какая нужна база. Я занимался когда-то футболом, тогда вообще никаких полей не было, только Минское «Динамо», там какое-то поле было и все. И мы как-то играли. В Советском Союзе первые места занимали и так далее. Что касается хоккея, ну что тут говорить, вы видите? Да, 44 ледовые это площадки. Это позорище. Да, было 3 катка крытых. Сейчас их 30. 44. Что изменилось? 44. Что изменилось? Вы стали вообще безобразно играть в хоккей. Национальный вид спорта, футбол и хоккей. Чего не хватает? Все хватает. Мы вложили колоссальные деньги, и люди хотят видеть своих героев.